Всем привет, друзья! Вы на канале CryptoNicor, и в данном видео я расскажу о возможностях реферальной программы на платформе CosmoSwap. На данной платформе реализован фарминг на токене ликвидности CCLP USDT. Первое, что важно отметить, фарминг рассчитан на 70 лет, то есть получать вознаграждение здесь можно очень долгое время. Второй нюанс – это DeFi фарминг, значит децентрализованный. То есть если предположить, что вы вкладываете свои средства в данный фарминг, и сайт, например, уходит на техобслуживание, или вообще сайт закрывается, то вам это никак не помешает, для примера, забрать свое вознаграждение, либо вывести средства с фарминга через смарт-контракт. Третий нюанс, так как фарминг на токенах ликвидности, размеры вознаграждений зависят напрямую от количества участников, которые инвестируют в ликвидность токена CCLP. Чем больше человек приобретает CLP токен, тем он, соответственно, становится дороже. Чем больше человек вкладывается в ликвидность CLP для получения вознаграждения с фарминга, тем курс токена становится стабильнее от перепадов. То есть людям дали игру, а как в нее играть, уже сами участники будут решать. Если участников прибавляться не будет и будут постоянно только выводиться вознаграждения, то, соответственно, токен CLP будет дешеветь и ликвидность пустеть. Также и в обратную сторону. Если количество держателей токена CLP растет, то, соответственно, и цена на него растет. Если повышается количество участников в фарминге, людей, которые вкладываются в токен ликвидность CLP USDT для того, чтобы получать вознаграждение, соответственно, и ликвидность токена повышается, соответственно, и уровень вознаграждения возрастает. Какие возможности у нас здесь есть? Первое – это получение вознаграждения с персонального фарминга. Это когда вы просто купили CCLP, например, на 100 USDT, создали к ним пару еще на 100 USDT. При создании пары создаются токены ликвидности, которые вы вкладываете уже в фарминг. Размер ваших вознаграждений будет определяться суммой вложенных средств. Вот здесь показана сумма вознаграждений, которая распределяется на весь пул участников в сутки. Предположим, всего в фарминге застейкано 1000 токенов ликвидности, из которых 100 токенов ваши. 100 от 1000 – это десятая часть. Таким образом, ваш процент от общего пула будет составлять 10%. А сколько это в эквиваленте в деньгах, будет показано вот здесь. На текущий момент в ликвидности находится около 9000 долларов. Доходность фермы в эквиваленте USDT составляет приблизительно 600 долларов в сутки. То есть если разделить 600 на 900, получается примерно 6% доходности в сутки дает вся ферма. Конечно, со временем эта доходность в связи со встроенными алгоритмами фарминга будут уравниваться и будут приблизительно равны 1% в сутки. Поэтому кто залетит раньше, а тем более построит свою команду, заработает больше всех. Вторая штучка, которая есть в данном фарминге, это бонус за холдинг средств в ферме. То есть чем дольше вы не выводите вложенные токены из фермы, тем сильнее набирается ваш бонус. Бонус будет расти в соответствии с указанным табличкой. Можете поставить на паузу и подробнее ознакомиться. И размер вашего бонуса на текущий момент будет показываться вот в данной графе. Также в данном фарминге мы можем получать вознаграждение от построения своей команды. Соответственно, мы можем получать бонусы от прямых рефералов, а также бинарный бонус со слабой ноги. Два момента насчет этих бонусов. Прямой и бинарный бонус рефералов, он не одноразовый. То есть это не так, как в классических проектах, когда вы привели реферала, он вложил 100 рублей, и вы один раз получили с него 10 рублей. Здесь вы получаете прямой и бинарный бонус рефералов именно с их дохода. То есть чем дольше ваши рефералы держат средства в фарминге, тем дольше вы будете получать бонусы. Насчет бинарного бонуса. Здесь он идет также с общего дохода всей слабой ноги, независимо от того, насколько глубоко в бинаре стоит реферал. Вы получаете бонус с общей суммы полученного бонуса всей слабой ноги. И это очень важно. Таким образом, вам как сетевику, имея перелив с upline лидера, достаточно будет приглашать рефералов в свою слабую ногу, и вам будет абсолютно все равно, в какую ногу будут приглашать рефералов ваши прямые рефералы. Вы будете получать свой бонус, их бонусы, независимо от глубины реферального дерева. Чтобы получать реферальные бонусы, то есть прямой и командный бонус, вам нужно пройти квалификацию. Как это происходит? Все зависит от суммы, которую вы сами вкладываете в фарминг. Вот, к примеру, квалификация Pro, нам нужно 500 USDT в ликвидности. То есть вы покупаете CCLP токен на 250 USDT, и с этими CCLP токенами создаете пару в 250 USDT. В сумме у вас получается 500. Получив квалификацию Pro, вы получаете 8% бонуса с вознаграждения ваших прямых рефералов и 8%
с вознаграждений всей вашей слабой ноги в бинаре. Обратите внимание, что для, например, самой максимальной квалификации вам нужно вложиться в фарминг на сумму 50 тысяч USDT, плюс также на вашем кошельке MetaMask должны быть любые NFT Cosmo фонда. В случае максимальной квалификации это 5 NFT. Это могут быть любые NFT, Cosmo маски, жуки, Cosmo дудлы, арты, любые. Главное, чтобы они были на кошельке. Также не обязательно, чтобы это были NFT, купленные на первичном рынке через сайты Cosmo фонда. Сюда засчитываются NFT, купленные также на вторичке, на OpenSea. И так как эти NFT будут востребованы как минимум у сетевых лидеров, которые захотят более высокие реф-квалификации набирать, я, например, скупаю потихонечку самые дешевые NFT Cosmo Arts по 0.01 эфириуму, чтобы потом этим же сетевикам продавать эти же NFT с ценой x5-x7 минимум. Возможностей уже сейчас заработать много, нужно просто шире видеть те возможности, которые у вас есть, и, соответственно, использовать их. Увеличивая квалификацию до самого высокого уровня, вам потребуется уже 5 NFT Cosmo фонда и 50 тысяч USDT в фарминге, ну и бонус будет уже составлять у вас 20%. Всю статистику вы можете посмотреть здесь же, на вкладке CLP, здесь же покупаются CLP токены, либо во вкладке Exchange. Токены ликвидности уже создаются здесь, кнопка Add Liquidity, вас перекидывает на Pancake, и здесь же вы создаете уже сами токены ликвидности, которые закидываете в фарминг. Вся статистика выведена для вас ниже. В данной графе указывается, сколько у вас было вложено в сам фарминг, здесь сколько всего токенов ликвидности было вложено, сколько у вас NFT на кошельке, ваш реферальный уровень, здесь уже баланс реферальных начислений. Данные таблицы показывают уже вашу персональную статистику за все время, то есть сколько вы нафармили с персонального фарминга, а сколько вы получили за бонус холдинга средств в фарминге, да. В этой графе указывается, сколько вы получили бонуса от вашей команды по бинару со слабой ноги. Тут, соответственно, указывается количество человек вообще у вас в команде в левой и в правой ноге. В данном поле показывается, сколько вы получили прямого бонуса от ваших прямых рефералов и, соответственно, вот количество ваших прямых рефералов. И в последней таблице показывается количество токенов, которые вы получите с бонусного пула. То есть все бонусы начисляются раз в сутки, в 3 часа по Москве, если не ошибаюсь. И что в этот бонус входит? Это бонус за холдинг средств в фарминге, командный бонус и бонус с прямых рефералов. Чтобы, соответственно, получить ваши реферальные вознаграждения и бонусы за холдинг средств в фарминге, нужно просто нажать кнопку Claim здесь, либо в дэшборде вот здесь. Также, чтобы получить ваше вознаграждение от персонального фарминга, нужно нажимать кнопку Claim уже здесь непосредственно под самим фармингом. Фарминг на сети Binance, поэтому вы можете клеймить, реинвестировать и так далее с минимальными комиссиями, и это круто. Что-то еще забыл упомянуть. Как приглашать рефералов? Нажимаем на кнопку «Профиль» и переходим в реферальную программу. Вот здесь мы можем выбрать, в какую ногу мы ставим рефералов. Можем выбрать левую, правую, и чтобы случайным образом реферал регистрировался. Выбрали ногу, нажимаем «Копировать», ссылку здесь. Один раз нажали, ссылка скопирована. Свап еще не полностью прогружен. На днях должно появиться реферальное дерево. Возможно, что-то еще появится. Скоро мы это узнаем. Что ж, надеюсь, все понятно объяснил. Фарминг классный, поэтому залетайте, заводите команды свои, если вы сетевой лидер, и начинайте зарабатывать. С вами был канал CryptoNicor. Если видео оказалось для вас интересным и полезным, ставьте лайк и подписывайтесь. Также не забудьте подписаться на наш телеграм-чат NFT Family, чтобы получать больше информации о Cosmo фонде. Всем спасибо за внимание и до встречи.